Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. С данным Citroёn Berlingo второго поколения провели комплекс работ. Установили парктроники, передние и задние, камеру заднего вида, видеорегистратор и головное устройство на базе Android. Вот так выглядит головное устройство в салоне. Здесь стоит 9-дюймовый экран. Все вставил в штатное место через переходную рамку, которая идет в комплекте. Все без щелей, без зазоров. По проводке становится разъем. Более подробно на магнитоле останавливаться не буду, потому что такие обзоры у нас уже есть на канале, вы можете их посмотреть. Хочу лишь показать еще дополнительное оборудование, например, видеорегистратор. Изображение с него выводится на планшет. Также здесь можно просмотреть записанные материалы, если вставить SD-карту в регистратор. Также здесь есть система ADAS. Она определяет полосу и также определяет сближение с впереди идущим автомобилем и подает звуковой сигнал, что иногда может быть крайне полезным. Далее покажу камеру заднего вида. Она включается автоматически при включении задней передачи. Она с широким углом обзора 170 градусов и детализированная картинка с разрешением HD. Линии можно настраивать по своему предпочтению. И также, как вы видите, сюда выводится информация по парктроникам. Как по задним, так и по передним, что максимально удобно. И также звуковой сигнал подается в штатную акустическую систему автомобиля. Также дополнительно мы вывели USB порты для подключения флешек с музыкой, с видео, слот под сим-карту для раздачи интернета. Также раздать интернет вы сможете со своего мобильного устройства. И также для громкой связи вывели вносной микрофон. Звук с него достаточно качественный, поэтому вы с легкостью сможете разговаривать по телефону, находясь в движении. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных дооснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры подберут для вас лучший вариант. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. И есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!